Молим Тебя, не дай утратить нам трепета души в трудах целительства ради спасения жизни. Надели силой искренней любви каждый наш акт служения и заботы, совершенный во имя целостного восстановления здоровья и уважения к человеческой жизни. Позволь нам стать надежным поприщем надежды на возможность наслаждаться здоровой жизнью. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегуме, Дитопия, приверженный интересам своих пациентов, ваш надежный партнер. Полувековой капитал доверия – залог успеха в будущем столетии. Наш 60-летний юбилей. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу своим служением и заботой, хранящей верность принципам целостного восстановления здоровья и уважения к человеческой жизни, сегодня, опираясь на накопленный капитал доверия, бесстрашно устремлен в новое столетие. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу, основанный женской ветвью Ордена Бенедиктинцев 2 июля 1956 года, распахнул свои двери впервые как лечебница «Фатима» во имя жертвенного служения пациентам и милосердия, достойных миссии Иисуса Христа. Получив в 1962 году в районе Тонгу города Тегу единственную лицензию поликлинического лечебного комплекса, продолжил свой рост в качестве проверенного и надежного, нацеленного на нужды пациентов профессионального лечебного учреждения. В 2013 году мы были признаны лидером среди лечебных заведений по числу привлеченных иностранных пациентов. Экспертным комитетом страхования здоровья мы признаны лечебной организацией первой категории в области терапии рака желудка, толстой кишки, легких и молочной железы. Мы заняли место номинальной и фактической визитной карточки системы медицинского обслуживания города Тегу. Система медицинских услуг высшего класса – гарантия успешного лечения. Сверхсовременное медицинское оборудование и высококвалифицированный медицинский персонал гарантируют оказание высококачественных медицинских услуг. Гордость, дарующая надежду на выздоровление поликлинического комплекса «Фатима» в Тегу. В нашем составе находится 31 стационарное отделение на 800 койко-мест. В эксплуатации сверхсовременное оборудование, обеспечивающее оперативную и точную диагностику болезни. Благодаря самым передовым технологиям и экологичному и инновационному медицинскому оборудованию мы предоставляем нашим пациентам все более надежные и точные диагнозы и курсы лечения. На этой базе комплексный центр оздоровления реализует элитные программы охраны здоровья, включая работу центра пересадки гемопоэтических клеток, впервые в истории поликлинических комплексов страны, успешно проводящего операции по пересадке кровотворных клеток костного мозга детям, центра интенсивной терапии для новорожденных, центра паллиативной медицины при хосписе и других специализированных учреждений высокопрофильной медпомощи. Так, впервые в истории региональных поликлинических комплексов был открыт центр женского здоровья, оказывающий деликатные медуслуги только для женщин через центр единовременного обслуживания пациентов, и первый в стране центр диабетической офтальмопатии, предоставляющий наивысший уровень медицинских услуг благодаря безупречной программе междисциплинарной терапии и сверхсовременному оборудованию. На базе Центра онкологии «Фатима» мы аккумулировали как наиболее высокоспециализированные профессиональные кадры, так и системные механизмы диагностики и лечения, благодаря чему «Фатима» в Тегу получила статус элитного медучреждения. И введя в эксплуатацию комплексы для радиологической и гипертермической терапии, максимально увеличили эффективность антиопухолевых лечебных процедур. А через систему междисциплинарной терапии стали предоставлять услуги не только для лечения болезней, но и всесторонней реабилитации с подробной консультацией у специалистов. За пределы Кореи навстречу миру. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу, находящийся на пересечении как наземных, так и воздушных транспортных артерий, широко распахивает свои двери для пациентов со всех концов мира. Международный медицинский центр и отдельный стационар для иностранцев предоставляют зарубежным пациентам более комфортный уровень обслуживания. Мы расширяем систему удобств для иностранцев, от выбора меню до приемной для посетителей, и формируем сеть зарубежных центров дистанционного лечения, повышая свой статус до нового хаба медицинского туризма с центром в медицинском кластере «Меди-Сити» города Тегу.
Наше служение и забота будут с вами навсегда. Наше служение и забота – надежный страж вашего здоровья. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу всегда рядом с вами. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу, воплощающий принципы любви и милосердия с помощью высоких медицинских технологий, разворачивает свою благотворительную деятельность не только внутри страны, но и во всех уголках земного шара, твердо следуя по пути добровольного служения на благо людей. Всесторонняя забота – залог целостного восстановления здоровья. Поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу готов разделить со своими пациентами все их переживания и трудности. Обновленная концепция управления качеством обслуживания и системы предоставляемых услуг, а также оптимизация лечебных процедур – результат наших неустанных усилий на пути к превращению в медитопию, приверженную интересам своих пациентов. Ниспошли силу света, дарующую надежду нашим целительским трудам во имя спасения жизни. Помоги нам искренне служить людям, вселяя в них уверенность и надежду. Дай нам стать их верными друзьями, разделяющими с ними радости здоровой жизни. Храм искусства любви и милосердия, существующий только ради полноценного восстановления здоровья пациентов и торжества принципа уважения к человеческой жизни. Приверженная интересам пациентов «Медитопия» поликлинический комплекс «Фатима» в Тегу обещает в будущем столетии стать вашим еще более надежным и верным другом.